Друзья, приветствую вас в программе Impact Outreach. Павел, приветствую тебя. Приветствуйте, Алекс. Мир вам, дорогие друзья. Что происходит? В нескольких словах, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, Павел? Я надеюсь, что для наших телезрителей, которые смотрят программы Impact Outreach, еще эта тема не надоела. И это то послание, которое Бог вложил в наши сердца для меня и моей жены. И также ряду других людей, которые звонят нам из других штатов. Даже вот прямо перед началом этой программы я получил приятное сообщение. Я хочу сказать, что программы Impact Outreach, они вещаются в Украине, в этой беспокойной стране. И одна сестра смотрела программу, наши репортажи из Турции, что Турция открыта для Христа. И просмотрев ряд таких программ, она позвонила нам, говорит, я тут человек, я хочу служить в Турции туркам. И потрясающе. Да. Александр Иванов, благословенный служитель, с кем мы трудимся среди турецкого народа, он мне прислал имейл и сказал, через несколько месяцев эта драгоценная сестра, благодаря тому, что она смотрит эти программы Impact Outreach, она приезжает на полгода на Северный Кипр, на турецкую территорию, для того, чтобы служить туркам и русскоговорящим. Это еще раз одно из свидетельств и причин, почему мы делаем эти программы. Здорово. Павел, насколько острым является сегодня кризис, гуманитарный кризис в Сирии или в Турции? В Сирии, да. Мы говорим о огромнейшей глобальной сегодня, я бы сказал, катастрофе. Для многих людей сегодня Сирия, она как бы неинтересна. Глаза многих людей не обращены, например, мы говорим сейчас о славянах, на Украину, в Россию, вот этот конфликт украинско-российский. Но мы, как христиане, мы не просто привязаны культурно или национально к той или иной нации или культуре, потому что мы сами славяне. Но для нас, как христиан, я бы сказал следующее, что у нас есть что-то больше, чем культура и традиции, или национальная принадлежность. У нас есть универсальный Иисус, у нас есть универсальное спасение и универсальное Писание, как для русских, для украинцев, так же и для беженцев, сирийских беженцев. Поэтому я бы сказал, что эта проблема, мы не можем, как славяне, как русскоговорящие, закрывать сегодня свои глаза на то, что происходит на Ближнем Востоке, и непосредственно наш сегодня фокус на сирийских беженцев. В Сирии, для тех, кто следит сегодня за новостями, конечно, каждая политическая группа, она преследует свои цели. Скажем, американские СМИ, они преследуют свои определенные цели для того, чтобы показать вообще целый, то есть Ближний Восток в целом, да, как врага представить Ближний Восток. Почему? Потому что здесь преследуются определенные цели. Например, где сегодня Америке сегодня испытывать свое оружие? Конечно же, нигде, как ни в каких других странах, как в этих горячих конфликтных точках, таких как Ирак, Афганистан и та же самая Сирия, где сегодня сирийская вот гражданская война, которая началась в 2011 году. И это не просто гражданская война, это целая катастрофа, на которую гуманитарная катастрофа, и не только гуманитарная, это кризис человеческих жизней. Убиваются невинные дети, их родители, старики и так далее. То есть мы говорим о том, что этот глобальный кризис, он кому-то на руку. И кто-то закрывает свои глаза и не хочет, чтобы люди смотрели правде в лицо. Мы не политики, мы христиане, поэтому наши глаза обращены на этот кризис, скажем, или же эту гуманитарную катастрофу сирийских беженцев, мы смотрим глазами Иисуса Христа. То есть как бы Иисус смотрел бы сегодня? Куда бы он шел? Смотрел ли он бы с глазами любви, с глазами принятия этих людей? Если мы говорим, что мы как верующие люди, мы являемся
ногами Иисуса Христа. Пошел бы ли Иисус сегодня к этим обездоленным, потерявшим надежду людям? Конечно, пошел. Мы говорим, что мы являемся ушами Иисуса Христа на земле. Конечно же, мы тогда должны слышать плач и вопль этих людей, которые кричат о помощи. Как ты относишься, Павел, к тому, к тем высказываниям людей? Я слышал эти высказывания, что типа это территория, где должны совершаться войны. Господь сказал, что вы будете вечно в войне, постоянно будет там кризис. И люди как бы особо не обращают на это внимания. That's okay, кризис. Господь об этом вам сказал. И нам, типа христианам, там нечего делать. Мы, это не про нас, это не мы. Это пускай кто-то эти проблемы решает, пускай они там между собой решают. Вот, что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что очень много людей, они ищут всегда причины для того, чтобы не идти в этот мир. Знаешь, очень хорошая, скажем, причина, чтобы сегодня не евангелизировать и не идти вообще не только к мусульманам, а в другие страны, не выходить из нашей то есть церковной жизни и не достигать людей в мире. Одна из таких очень веских причин сегодня в христианстве – это приход Антихриста. То есть зачем нам говорить о том, что земля, она наполнится познанием Божьей славы? Зачем нам идти возвещать нашу веру, о которой Павел говорит, что вера наша, она возвещается во всем мире? То есть апостол Павел не исключал абсолютно эти страны тоже? Апостол страны, Павел да. не исключал. Если бы апостол Павел бы пользовался нашим время, методом, да. он бы остался среди иудеев. Да. Но вот как раз мы говорили о универсальности Евангелия и спасения, что апостол Павел родился евреем, но он всю свою жизнь посвятил для язычников. Это равносильно, да. что ты и я, мы родились украинцами, русскими, а посвятили свою жизнь мусульманам, угу. людям другой культуры и других вообще обычаев и традиций. Павел, мы с тобой до программы говорили. Я очень бы хотел, чтобы мы с Божьей помощью постарались разбить этот миф, сложившийся в умах христиан. Я сейчас, по крайней мере, хочу обратиться к христианам. Разбили этот миф, что мусульмане – это нация, которая должна истребляться, в которой должен быть вечный конфликт. И должен быть там, не должно быть там мира, и это их проблемы, и их нужно истреблять, как Господь сказал, там некоторые народы должны были быть истреблены. Но я хочу разбить этот миф, потому что если мы берем апостола Павла, который был ревностным гонителем церкви, помнишь, да, его обращение к Богу, он был ревностный, он ничем не отличался от того же ярого мусульманина, который отстаивает свои принципы мусульманства, да? Отстаивает свое верование, сознательно, несознательно, понимает он это, не понимает, по каким-то своим убеждениям собственным. Он ничем не отличался от апостола Павла, который был ревнитель, который схватил эти письма, выпросив у священников, трясясь, он бежал на коне там истреблять в Дамаске людей. Он ничем не отличался, пока свет Божий не коснулся его, не положил на землю и сказал, стоп, хватит гнать меня. Таким же образом, Господь готов простирать руки к мусульманам, идти к ним, касаться их сердец. Я знаю очень много свидетельств, я знаю многих людей, которых Господь касается из мусульман. Это такие ревностные люди для Господа, я говорю, для Христа. Это ревностные люди для Господа, которых ты не остановишь и которые не остановятся ни перед чем. У нас свидетельств много в Ташкенте есть. Это их извергают из своих семей, их выбрасывают, отрекаются от них. Но они, женщины, мужчины, они просто встают и идут за Господом, проповедуют Слово Божие. Да, у нас есть очень много примеров, которые в Иране даже, сейчас, кстати, в Иране около 32 пасторов, они находятся в темницах, то есть в тюрьмах, за то, что они проповедовали Евангелие. Угу. И они готовы сейчас идти в тюрьмы. Сейчас мы говорим о чем-то, вспоминаем нашу историю, что это было когда-то с нашими отцами. И вместе, тем не менее, мы забываем, что сейчас в Иране и в других местах, мы говорим о мусульманском мире, люди готовы за веру в Иисуса Христа отдать свою жизнь в то время, когда однозначно, мы можем продаться за несколько долларов, живя в западном мире. Однозначно. Поэтому, конечно же, что происходит сегодня,
в мусульманском мире. Просто наши глаза, я еще раз хочу повторить одну очень важную мысль. Где мы находим в Евангелии или в словах Иисуса Христа, что мы должны только служить и достигать людей нашей национальности? Если я не могу своему соседу здесь в Америке или людям, которые, с кем я работаю на работе, в бизнесе, засвидетельствовать о живой вере в Иисуса Христа здесь, то, конечно, для меня мусульманская тема, она будет так далека, как небо высоко от земли. Но когда мы имеем эти чувствования, о которых сказал Иисус Христос, если наши сердца сегодня наполнены чувствованиями Иисуса Христа, мы открываем Евангелие, Он шел к безнадежным людям, такие как эти сирийские беженцы, которые перед нами. Он шел к людям другой, даже он мог остановиться, сам был иудей, пришел к погибшим дома, овцам дома Израилева, но он шел и пришел к колодцу и сел, разговаривал, общался с совершенно самарянской женщиной, с которой даже иудеи никто не сообщался. Иисус Христос показал нам пример, как переступать эти культурные грани, наши предрассудки. И я так благодарен Богу, что Бог дал это видение нам, особенно вещаясь на телеканале «Импакт», чтобы через эти программы «Импакт Аутрич», которые мы вещаем из Турции в виде репортажа, эти программы, которые сейчас, для того, чтобы телезрители, они могли видеть, а мусульманский мир совершенно с другой перспективы. Не просто смотреть взрывы, не просто смотреть теракты, пролитие невинной крови, но смотреть в эти лица, которые идут, бегут со своими детьми, убегают от смерти и идут и спасают свою жизнь. Это сирийские беженцы. И я верю, что Иисус Христос, если бы сегодня Он шел, а Он идет сегодня по земле, как Он ходил когда-то 2000 лет назад, Он шел бы точно так же в эти места и приносил им любовь, утирал бы их слезы, молился за их исцеление, за их освобождение. Иными словами, Он бы проявлял бы характер своего Отца к этим людям. Павел, давай все-таки возвратимся. Что является или насколько является острым гуманитарный кризис в Сирии? Я хочу привести сейчас небольшую статистику. То есть, когда мы говорим о сирийских беженцах, которые бежали с 2011 года, и хочу еще раз подчеркнуть, что каждый день из Сирии еще убегает около 6 тысяч человек. Приблизительно цифры, они выглядят так. То есть, полное количество беженцев около, кто говорит 6 миллионов, кто говорит 7 миллионов. Только в Турции. Турция – это самая большая страна, насчитывающая количество беженцев 1,5 миллиона. Даже кто-то говорит около 2 миллионов, потому что эти цифры никто точно не может определить. На втором месте это является Ливан. Страна, которая имеет население 4 миллиона и почти 1,5 миллиона находится беженцев сирийских. Такая страна, как Иордания, 600 тысяч. Египет 140 тысяч, Ирак 140 тысяч и другие мелкие страны. И поэтому, приводя эти цифры, мы видим о какой на самом деле глобальной катастрофе. Мы только возвратились из города Сурук, это юго-восток Турции. И я как-то делился на предыдущей программе, как Бог нас повел, открыл возможности, чтобы служить именно сирийским курдам, которые бежали с Кобани. Это было Божье водительство, что мы пришли на этот холм, где мы стояли с группой наших служителей, и перед нами находился город Кобани. Мы видели эти взрывы прямо перед нами, эти были бомбежки, эти пулеметные очереди, которые нескончаемым потоком раздавались на целый регион. И мы стояли там, ощущали этот запах смерти и в атмосфере. И, ты знаешь, мы стояли там и подняли свои руки к Богу. И начали молиться, и как миротворцы, потому что мы понимаем, что у нас Господь призвал нас быть миротворцами. И мы подняли и говорили, просили мира этому региону, этому городу Кобани, потому что, если посмотреть в СМИ, американском СМИ, в других источниках информации, на протяжении 5 месяцев уже освещается событие. Почему очень важен этот город Кобани?
Город Кобани, он важен для исламских экстремистов по той лишь причине, что их цель завладеть этим городом. Если они завладеют городом Кобани, ISIS или исламские экстремисты, они смогут контролировать всю турецко-сирийскую границу, протяженность которой 400 километров. Поэтому это очень стратегический город. Но мы сегодня говорим не просто о политических каких-то целях, мы говорим о судьбах людей, вот такие, как мы видим. Эта женщина с детьми, которая бежит, возможно, мы не знаем ее судьбы, может быть, это не первый побег. Она бежала с одного места в другое, с второго места в третье, в четвертое, и в конечном итоге она пришла сейчас вот на этой картине, это сирийская, или курды, сирийские курды, которые пришли и остановились в лагерях беженцев в городе Сурук в регионе целом. Но возвращаясь к этой теме, о том, как мы стояли возле этого города Кобани, к нам подошли и сказали, вот эти гильзы. Вот таким образом эти гильзы, где мы стояли, прямо под ногами валялись, потому что там идет непрекращающийся конфликт и между турками, и между курдами, и между исламскими экстремистами. И мы, попав в эту самую горячую точку, скажем, планеты, мы еще раз увидели, что какую я себе задавал вопрос, какая моя должна быть реакция на этот конфликт? Или я устрою свою жизнь, или я буду сам спасаться, или же я просто буду глазами Иисуса Христа, я буду его ушами, я буду его ногами. И вопрос стоял следующий, как мы можем помочь этим беженцам, которые бежали, около более 200 тысяч человек, бежавших с Кобани, как мы можем им помочь? Придя, конечно, в эти лагеря, проезжая этот город Сурук, это было очень чудовищное зрелище. Мы видели маленьких детей, которые оставлены без родителей. Мы видели родителей, которые с грудными детьми, которые бежали, они могли схватить с собой все, что у них было под руками. Мы видели одного отца, который начал объяснять что-то нам на своем курунджи языке. У них свой диалект курунджи в этих сирийских курдов. И он объяснял, у них пятеро детей возле него. И он показывает что-то. С нами в тот момент не было переводчика. И мы понимали, мы видели на отпечатках людей, на лицах людей отпечаток боли, слез. Это, возможно, кто-то потерял своих детей, кто-то мужей. И мы были там с одним вопросом, задавались, Господь, как мы? Что мы можем помочь? Каким образом? И я сейчас хочу, чтобы мы пошли на один ролик, который мы записали, прямо один репортаж, который был один из лагерей, который мы посетили в городе Сурук. И давай посмотрим его. Да. Как ты описываешь ситуацию с беженцами, которые здесь, лагерь, около 6-7 тысяч беженцев, которые живут в этом лагере? Да, ну то, что мы видим, это совсем, совсем немного, но уже понятно, что это гуманитарная катастрофа здесь, потому что люди прибывают, но надо сказать, что действительно их оперативно размещают по лагерям, по домам и они не остаются как бы вот брошенными на улицу. Но, конечно, положение этих людей, оно отчаяние, потому что уже начались дожди, уже холода, и они живут вот сейчас в основном в этих палатках. Да. Вот только что прибыла одна семья новая, буквально на наших глазах их доставили, и как вы видите, дети согреваются у костра, это родители с маленькими детьми. А все, что у них было в доме, они могли взять с собой для того, чтобы сбежать с этой зоны войны, с Кобани, и приземлиться здесь, прийти, чтобы расположиться через, может быть, несколько дней возьмет, чтобы им предоставили возможность и подстроили для них вот такую палатку. А здесь, конечно, нет острочайшей нужды в продуктах питания. Мы только что разговаривали с менеджером этого лагеря беженцев, и он сказал, что у них нет
такой нужды сейчас большой, но с питанием, но очень большая нужда есть именно в санитарных условиях. Поэтому мы сегодня перед этим, как начали вещать эту программу, мы привезли им не мыло, мы привезли им памперсы, хоть немножко что-то для того, чтобы пожертвовать для этих маленьких детей. Мы видим, Александр, очень много малых детей, которым по году, 2, 3, 5. Большие семьи курдов, да? Да, действительно, и когда мы только открыли багажник машины, чтобы отдать, и просто дети налетели, взрослые прибежали, и мы не ожидали, что... А там было мыло и памперсы, и моментально, это за несколько секунд, все было расхватано, и нужда здесь огромная. Еле мы живыми остались, потому что очень большая была толпа людей, детей, родителей прибежали у нас. В силу ограниченных наших возможностей мы не могли их обеспечить большими партиями, но то, что мы могли именно в критической, в этой катастрофе гуманитарной, мы могли им помочь. И, конечно же, большому удивлению, мы не видим здесь таких организаций, как Красный Крест или других больших благотворительных организаций с большими именами. Но мы видим, что здесь местные, скажем, люди, которые курды, да, они помогают друг другу. И вот со мной рядом стоит также парень курд. Он сбежал с Кабани, он, к сожалению, не разговаривает по-английски. Но вы видите на отпечаток лице страх и безнадежность на его лице. И практически это на каждая семья, которая здесь, мы видим вот эту безысходность и боль, потери и безнадежность на их лицах. Поэтому вот такая ситуация. Мы хотели просто коротко, находясь у этого лагеря, вести вас, дорогие, катастрофическая ситуация, гуманитарная катастрофическая ситуация, как здесь, в этом лагере. И таких мест есть очень много в этом районе, где мы находимся сейчас. Да, только в одной Турции, по некоторым данным, до 2 миллионов беженцев. В Ливане с населением около 4 миллионов человек, почти 2 миллиона беженцев. То есть это настолько масштабы они. И дело в том, что беженцы продолжают пребывать и продолжают покидать эти места наступления ISIS. И все, что мы можем принести сюда, это восполнить любые, вернее, самые элементарные потребности. Это привезти им, может быть, это мыло, порошок или другие санитарные возможности предоставить им для того, чтобы как чуть-чуть улучшить их жизнь. И все это мы делаем во имя Иисуса Христа. Павел, а месяц назад там зимы не было. Как обстоят сейчас дела там? Сейчас начался зимний период, зимний сезон. Поэтому мы говорим, вот эти палатки, которые мы видели, в которых живут эти около 200 тысяч беженцев, они — это всего лишь маленький тоненький брезент. Полы практически там иногда есть, что у них застелить, какие-то персональные, может быть, принадлежности, какие-то коврики, которые они могли взять из дома. А в большинстве и этого нету. Поэтому сейчас очень холодная погода, и те люди, которые хотели бы, возможно бы, как-то поделиться своим одеялом, поделиться своей подушкой, чем-то теплым чем-то, а для них это есть прекрасная возможность это сделать, буквально. 3 недели назад, когда мы возвратились из этого региона Кабани, мы получаем периодически сообщения от местного пастора и регионального пастора. Оказывается, этот поток беженцев, сейчас он не только в лагерях, а он начал двигаться в другие места. И он говорит, Мустафа его зовут. Один брат, который обратился к Богу, у него в двухкомнатной квартире, где у него тоже жена, эти дети, поселилось еще 3 семьи этих беженцев. Поэтому, конечно же, гуманитарная ситуация очень-очень чудовищная, нищета очень чудовищная. Если кто хочет помочь именно поучаствовать, разделить, как я сказал, свою подушку и свое одеяло, конечно же, для этого есть возможность. Мы с удовольствием возьмем эти пожертвования и отправим прямо
в эту церковь. И эта церковь, она распределит эти одеяла и другую помощь первой необходимости детям, этим женщинам, этим маленьким детям, которые также вот перед нами здесь находятся. И таким образом мы сможем как-то оказать им Божью любовь. И через это я хочу подчеркнуть, что все это делается не просто как гуманитарная цель, потому что в мире есть организации, которые гуманитарно участвуют, и они ничего не говорят о Боге, о Христе. Но даже та помощь, которую мы оказали, это все было сделано во имя Иисуса Христа. Для того, чтобы эти люди пережили, что на самом деле есть Иисус Христос, что Он живой, и Он заботится о них через кого-то. У нас еще есть один видеорепортаж прямо с лагеря сирийских беженцев. И давай посмотрим. Мы вчера встречались с локальными верующими. Мы задали им простой вопрос. Как мы можем помочь? Какая самая острая необходимость здесь среди сотни тысяч беженцев? И мы услышали следующую информацию, что мы просим вас, чтобы вы снабдили нас Евангелиями в MP3 формате для этих беженцев, для того, чтобы мы уедем отсюда. Мы не можем быть здесь всегда, но местные люди, христиане, которые здесь живут, их очень мало, но они смогут с этим служить в MP3 формате Евангелиями, они могут служить этим беженцам. Да, единственное, я дополню, что это речь идет о тысячах таких Евангелий, но в курдском языке. Да. То есть, потому что огромное количество людей. И мы, конечно же, молились об этом и рассуждали, что не зря мы здесь оказались в этой горячей точке планеты сегодня. Потому что если христиане не помогут, какая у них будущность, да? То есть кто-то помогает гуманитарно, кто-то приносит одежду, питание и так далее. Но мы, как верующие люди, мы не можем закрыть глаза здесь. А также мы хотим внести разницу, но принести им не просто физический хлеб, но снабдить их вот этими Евангелиями в MP3 формате, для того, чтобы они могли одеть наушники маленькие и слушать. Потому что даже многие нам сказали, что многие из беженцев, они даже не могут читать, представляете? Хотя мы вчера пытались раздавать Евангелие вот на арабском языке, потому что часть из них также понимает арабский, потом на другом языке, но многие из них не читают, поэтому хорошая возможность для того, чтобы мы снабдили беженцев здесь, которые сотни тысяч, мы говорим минимум, нам нужно тысячи, где-то 5000, возможно, от 2 до 5000. По крайней мере, да. То, что мы можем сделать, как мы можем поучаствовать в этой ситуации, которая сложилась на юге востока Турции. И поэтому это небольшой репортаж для вас прямо с места событий. На самом деле, Бог сегодня настолько любит и заботится об этих беженцах-мусульманах, которые бежали с города Кабани, что Он дал нам стратегию, как нам достигнуть их не только, скажем, гуманитарными путями, но также как позаботиться об их душе, бессмертной душе их. Потому что Бог также их любит, как каждого из нас. Поэтому этот проект, о котором мы говорим, что чтобы снабдить сирийских беженцев Евангелиями, Новые Заветы в MP3 формате, в аудио формате, вот они вот так вот выглядят. Если вы смотрите сейчас и вы задаетесь вопросом, почему именно Евангелие в аудио формате, в таких форматах, я отвечу почему. Потому что очень большое количество этих сирийских беженцев, или мы говорим курдов-сирийцев, они вообще не читают. Представь, что есть маленькие дети, которым 5, 6, 7 лет, 3 года, война уже, военные действия. Не все они, сейчас им по 10 лет, мы встречали молодых ребят, девушек, которые по 10, они не умеют читать, но они умеют слушать. Поэтому Евангелие в таком формате, это будет большим благословением для них. Пожилые люди также, многие не могут уже читать даже, поэтому Евангелие в аудиоформате, она будет большим благословением, они будут слышать Божье Слово, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Павел, как-то недавно
Здесь были у нас некоторые братья, я помню, по-моему, они с Финляндии или с Эстонии были. И они говорили, что там какой-то проект есть, есть Китай, то есть не Китай, Северная Корея, как бы их достигать там туда-сюда. И ты знаешь, я слушал их, слушал, думаю, какая классная идея. И они говорили о аудиоформате. Я не знал тогда, о чем они говорят. Uh-huh. Вот. И я, когда ты мне показал вот этот аудиоплеер, я был потрясен. Ну, я там, знаешь, размышлял, думаю, ну как это будет? Это будет батарейки где-то нужно доставать, где-то там что-то заряжать нужно, где-то эти наушники надо брать. Потеряли, порвали, дети все-таки, знаешь, уникальная штука. Друзья, уникальный формат. Смотрите, во-первых, заряжается от света, от солнца, от света, светодиода. Я не знаю, что это здесь, как бы солнечная батарея такая, да, как бы, которая принимает свет. Совершенно верно. Во-первых, заряжать не надо. В пустынном месте, где бы ты находился, заряжать не надо. Солнца достаточно. Господь дал свой натуральный свет для того, чтобы заряжалось. Да. Более того, в этом формате можно записать около 700 часов аудиофайлов. Помимо Нового Завета мы можем закачать еще другую какую-то учение с Евангелия. Можем закачать какие-то, возможно, песни и другую библейскую информацию. Да. И вместимость 4 гигабайта, что позволяет нам очень много загрузить не только Нового Завета, но также другой информации. Да. И также, не обязательно, оказывается, иметь наушники. Как на небе. Пожалуйста, друзья. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И не обязательно иметь, наши, а этот, кстати, очень-очень удобно, да? Очень удобно. То есть мы говорим, что в этих лагерях беженцев, там нет у них доступа к элементарным санитарным условиям, тем более к электричеству. Поэтому это просто Божий ответ, вот как донести им Евангелие, да? Благодаря вот таким, мы называем Solar Power Devices, MP3-плеер и Новые Заветы, когда они получат. Я когда смотрю на это, мое сердце начинает биться, учащаться биение. Знаешь почему? Потому что я за каждым этим плеером, я вижу мусульманина, отдавшего свою жизнь Иисусу Христу. Слушай, Павел, я даже больше увидел. Я сегодня ехал, я знал, что я в руках буду держать вот этот аппарат. Вот это чудо. Или ответ от Господа. Знаешь почему? Потому что я как-то размышлял, ну если вот распространять вот такие, ну не так, где-то батареек надо брать, где-то эти наушники надо брать. Наушники не надо, заряжается само. Плюс я увидел такую картину, буквально ехал когда на программу, я увидел такую картину. Будущие миссионеры, будущие евангелисты из этих мусульманских народов. Я представил пацанов, которые... У меня аж слезы навернулись на глаза. Я представил, что этот малый где-то спрятался, может быть, от посторонних глаз, спрятался и где-то в углу там сидит или где-нибудь за ширмой, где-то закрылся, и он Евангелие слушает, принимает Иисус Божье Слово, откровение принимает, Господь касается. Наша задача с тобой, наша задача с вами, друзья, принести, просто отдать вот этот аппарат, отдать им в руки. А там не твоя уже задача, что будет происходить. Там уже задача Духа Святого работать над жизнью этого человека. Верослышание, да. Слышание Слова Божьего. И более того, еще говоря об этих аудио-евангелиях, мы планируем закачать. У нас уже есть, кстати, файл на их курдском языке. Это специальный файл. Это курунджи язык называется. И мы хотим закачать где-то от 2 до 5 тысяч. Но мы не можем это сделать без участия тех друзей, телезрителей и других частных жертвователей, которые на самом деле еще сердце горит для того, чтобы принести Евангелие, принести спасение и принести Иисуса Христа этим беженцам. И сколько может стоить один девайс вот полностью, чтобы его зафаршировать? Да, то есть один вот такой плеер, он стоит всего лишь
$15 американских. Угу. И, конечно же, если мы приобретем 1000, 2000, 3 и 5000, я думаю, что мы даже можем за меньшую цену приобрести. Но еще учитывая то, чем больше заказывают, да, получается? Да. Угу. Учитывая еще то, что эти плееры, они очень особенные. Это не простые плееры, которые мы слушаем каждый день. Дело в том, что здесь есть, мы называем inbuilt memory, то есть информация Евангелия, которую мы здесь закачиваем, оно, его нельзя стереть, его нельзя использовать, этот плеер, ни для каких других целей, как только для прослушивания Евангелия, которое здесь закачано. Это очень правильный шаг. Я так размышлял, ну а кто-то возьмет, да, дайте мне. И в других целях закачал сюда музыку там, или еще что-то там, или тот же самый Коран, или не знаю, что там, и слушает. Да. Потрясающе, Алекс, просто потрясающе. Я должен сказать тебе что-то очень-очень важное сейчас. И для всех, кто смотрит эту программу. Мы сегодня задаемся вопросом, как Иисус Христос будет приходить в мусульманский мир. Вопрос вот. Через медиа. Мы встречались в одной... У меня есть несколько свидетельств, которые я хотел бы привести очень быстренько. У нас в нашей церкви на Кипре была одна женщина, ее звали Мэгги, она сама с Ирана. И мы говорили, что в Иране сейчас 32 пастора, они посажены в тюрьму за проповедь Евангелия. Но в этой Мэгги, нашей сестры драгоценной Мэгги, у нее два сына и дочь находятся в Иране. И что ты думаешь, каждое воскресенье сестра Мэгги конспектирует проповедь пастора. Она просто берет и в электронном формате по электронной почте, мы говорим о силе медиа сегодня, отправляет своим детям в Иран, потому что у них нет доступа к Евангелию, к Слову Божьему. И таким образом они имеют питание для своего духа. Мы говорим сегодня о силе медиа, как Христос будет приходить в мусульманский мир. Не для этих ли целей мы вещаем эти программы, не для этих ли целей технологии изобретаются. И написано в Писании, что в последнее время знание, оно увеличится. И знание, оно будет служить не только на, скажем, на целях бизнеса, но эти знания, изобретения новые, мы говорим сегодня Power Solar Device, куда закачивается Евангелие, слова Иисуса Христа, питающиеся от солнечного, от Божьего тепла. И эта технология, она служит для того, чтобы в такие сердца, которые бежали люди, потеряли веру в Аллаха, в Мухаммеда, и не имея даже в руках своих Корана уже, они оставили все дома, но в руках у них будет Power Solar Device Евангелия, слова Иисуса Христа. Потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьих. Да. Еще более хочу сказать такое очень быстренькое свидетельство. Вот этот служитель Ибрагим, с которым мы были прямо в Кабане, куда он нас, кстати, привез, перед этим городом мы стояли. И вот он, кстати, показывал вот эти, нам принес вот эти снаряды и дал нам в руки в этой горячей точке. Знаешь, его свидетельство обращения, знаешь, какое к Богу? Что 7 лет назад он был радикальным мусульманином. И 7 лет назад Иисус Христос пришел в его жизнь. Каким образом? У него образовался духовный вакуум, и он вышел на интернет, и он начал на Google искать истину, поиск истины. И ты знаешь что? Он нашел, что истина в Иисусе Христе. И он начал делать еще глубже, углубляться в эту тему. И персонально Дух Святой начал работать с ним. Даже миссионер не пришел туда. Но в той комнате, в том месте, где он был за компьютером, своим лаптапом, он туда пришел Иисус. После этого он прочитал, что «а я не могу быть спасенным, если я не приму крещение водное». И он так серьезно воспринял это. И после этого он находит, что тебе нужно принять водное крещение. Он ищет христиан. Ему взяло время, чтобы найти самую первую церковь в Газиантепе. Это где-то расстояние 3 часа от этого Сурука города. И он принял водное крещение. Сейчас вся семья его служит Богу. Аллилуйя. Мы сейчас говорим о силе медиа, о силе влияния. Аллилуйя. Вот именно таких аудиоформатов, или же это Google, или это же Power Solar Devices. Поэтому мы не умоляем, мы верим и мы молимся, что и видим за этими плеерами спасенных мусульман. Знаешь, я не помню в каком году и не знаю точной информации, но слышал,
что в Иране вот именно девайсы вот такие вот, вот такие, я не помню, что там сбросили, сбрасывали прямо на города, по-моему, это были американцы, сбрасывали вот такие какие-то магнитофоны или CD-плееры с информацией, и они их разбрасывали, люди быстро одевали, слушали, и таким образом в Иране произошла революция. Революция, mm-hmm. может быть, грубое слово, но изменение сознания, mm-hmm. изменение сознания, когда Господь будет менять. Таким образом, да, страны закрыты, да, невозможно проникнуть, да, невозможно с Евангелием прийти в дом во многих мусульманских странах. Потрясающе. Александр, могу я поделиться еще чем-то? Смотри, сейчас поделишься. Возрадовалось, Павел, сердце мое, когда ты мне показал вот эту штуку, вот этот плеер. Мое сердце возрадовалось, я сказал, Господь, это то, во что я хочу вкладывать. Молитесь о том, чтобы здесь, в этих местах тоже, в местах, где отец наш Авраам странствовал, выйдя из Харана, идя в землю обетованную, чтобы здесь были восстановлены жертвенники, чтобы здесь начались церкви. Потому что здесь не идет речь о церквях, здесь нет церквей. Здесь есть отдельные верующие, и в лучшем случае это несколько человек на большой город. Вот в этом Сруче, который рядом с нами, который рядом с Кабани находится, насколько мы знаем, может быть, два верующих или даже одна верующая семья. Да, поэтому мы здесь для того, чтобы сделать хоть небольшую разницу среди этих беженцев. Если вы желаете, смотря наш репортаж, и вы желаете как-то помочь снабдить этих беженцев Евангелиями в MP3 формате, мы планируем сделать, я думаю, около 5000 таких именно Евангелий в электронном виде. Друзья мои, вы можете это сделать, и кто-то услышит Евангелие надежды, кто-то примет Иисуса Христа. Кто-то получит спасение, жизнь вечную, благодаря тому, что мы не остались равнодушными, мы не закрыли наши глаза и уши, но мы откликнулись на их не только физические нужды здесь. Есть люди, которые снабжают, помогают им физически, но мы говорим о душе человека, о бессмертной душе человека. И вот поэтому вместе с вами, дорогие, мы можем послужить этим беженцам, снабдить их Евангелиями в MP3 формате и таким образом Иисус Христос придет в их жизни, и они получат спасение, они получат жизнь вечную. Да. Вот почему мы здесь, дорогие. Да, вы помните, как написано, что вера, она от слышания Божьего Слова. И мы в наших сердцах, чтобы эти люди услышали. Да. Услышали, если мы будем вместе, если вы поможете, чтобы эти Евангелия, первый раз, они многие, практически большинство, никогда не читали, практически ничего не слышали о Евангелии, о Господе нашем Иисусе Христе. Но вместе мы сможем изменить эту ситуацию сегодня, с Божьей помощью. Да, сегодня у нас была возможность дать молодому человеку лет 30 Евангелие. Он не был беженцем, но он живет в этом районе. И он в первый раз в жизни, он смотрел, что это за книга, никогда не видел Евангелия в своих руках. И таких людей миллионы здесь. Но мы сейчас говорим, друзья, еще раз хочу повторить, что если мы вместе с вами хотим помочь этим беженцам, мы можем это сделать благодаря тому, чтобы снабдить их Евангелием в MP3 формате. И здесь у нас есть локальные верующие, Александр, которые смогут нам помочь в дистрибьюшн, служении и распределении этих MP3 форматов, Евангелий в этом формате. И это будет огромнейшим духовным благословением для беженцев. Вот сколько людей сегодня имеют мобильные телефоны, да? Вот у меня есть даже третий мобильный телефон, вернее, iPhone 3, и с меня люди смеются. И говорят, да когда ты уже апгрейд сделаешь? Там уже 6-й будет. Друзья мои, этих телефонов 10 и 20 будет моделей, мы никогда не угонимся. Но мы говорим сегодня, чтобы, если вы имеете хотя бы один мобильный телефон Apple, да, iPhone. Apple, да, iPhone. Смотрите, это Евангелие, оно даже меньше
вашего мобильного телефона, смартфона, но оно имеет намного больше ценностей, потому что этот телефон мы тоже можем в разных целях использовать, даже иногда грешить по нему. Mm-hmm. Ну, хотя 99% он служит для нашего блага и пользы. Yeah. А мы говорим сегодня о таком Евангелии, которое может изменить чью-то жизнь. Чье-то сердце, в сердце этих беженцев, которых мы видим, этих отчаянных, безнадежных людей, вот это муж, жена сидят, и их дети, они даже не похожи на мусульман. Но когда они оденут, когда они начнут слушать Евангелие в этом плеере, который питается от солнечной энергии, они могут одевать наушники и слушать его. Алекс, я вижу спасенные семьи. Я вижу, как этот Ибрагим, ты представляешь, он сам оделка, то есть послушал это Евангелие первый раз. Кстати, у него есть тоже в электронном формате это Евангелие. И он сам слушает, он каждый день ходит и слушает, и показывал нам это Евангелие. И представляешь, что он сам покаялся первый, Ибрагим. Но мы должны учитывать, что в мусульманском мире или на Ближнем Востоке, если мужчина покаялся, пришел к Иисусу Христу, мусульманин, жена, дети автоматически, автоматически всем, да. Даже без вопросов. Да. Поэтому я уже вижу, как эти мусульманские мужчины, друзья дорогие, эти мужские лица, которые вы видите здесь, или другие лица, которые вы видите в наших программах, поверьте, это никакие не террористы, это никакие исламские экстремисты, это такие же самые мужья, это такие же самые отцы, которые имеют своих маленьких детей, которые хотят устраивать счастливую жизнь для своей семьи. Но мы говорим сейчас о том, что покаялся один из этих мужчин, прослушав Евангелие на плеере, аудиоплеере. Представляешь, жена придет к Богу, дети начнут слушать. И, как мы знаем, это евангельское спасение, да, всего дома спасешься ты и весь дом твой. Аминь. Такая закваска начнется, я уже это представляю. Заквашивается все. Заквашивается семья, заквашиваются соседи. То есть заквашивается целый беженский лагерь. Да. Александр, я могу забежать немножко наперед? Да. Мы говорим сейчас... непосредственно фокусируемся на сирийских беженцах, которые бежали из города Кобани. 200 тысяч человек, чтобы снабдить их хотя бы 2, 3, 4, 5 тысяч вот такими аудио-евангелиями, новыми заветами. Но я хочу сказать, что мы молимся, моя жена и ряд других людей молятся, даже на Ближнем Востоке, чтобы это служение, оно могло распространиться и дальше. У нас есть файлы, которые прислали нам, языки на арабском языке. У нас есть файлы на курдском, на турецком, на фарси в Иран. И представляешь, если мы сможем, если из наших друзей, все, кто смотрят, церкви могут быть, или частные жертвователи, которые не безразличны к спасению людей, если они подключатся, мы можем снабдить не только сирийских беженцев новыми заветами, но также других мусульман на Ближнем Востоке. Аминь. И таким образом Иисус Христос придет в их жизнь. Таким образом, отвечая на твой вопрос спасения, мусульманский мир будет спасаться. Да. Однозначно, Павел, это потрясающий проект. Друзья, я вдохновлен. Мне очень понравился этот проект. Я уверен, что наши телезрители, наши партнеры, которые благословляли, они будут благословлять, они будут поддерживать это. Они это очень хорошо понимают, я даже не сомневаюсь нисколько. Поэтому пусть Бог благословит вас, друзья. Слава Богу. Думаю, что мы будем... Время так быстренько бежит уже, и у нас не осталось времени. Но в заключении нашей программы мы хотим попрощаться с вами, друзья, и сказать спасибо вам большое. Amen. Мы не просто от себя говорим спасибо. Мы говорим спасибо вам от имени этих беженцев, с кем мы встречались, сирийских беженцев из Кобани. Мы хотим сказать вам спасибо, что вы не безразличны к их слезам, к их боли, к их безнадежности, потому что я верю, что вы знаете Бога, и у вас живут чувствования Иисуса Христа. Поэтому те из вас, которые хотят поделиться своим одеялом, своей подушкой, для того, чтобы как-то согреть этих детей, этих матерей. Мы хотим сказать вам спасибо большое. Бог вас обильно благословит. Придя в вечность,
Я не сомневаюсь, что кто-то из этих мусульман, из этих женщин, из этих мужчин, из этих сирийских беженцев, он лично к вам подойдет и скажет спасибо, что ты пожертвовал на этот Новый Завет, благодаря которому я принял Иисуса Христа в свою жизнь. Господь, мы молимся сейчас о каждом телезрителе, кто смотрит нас. Во имя Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господи, за десятки и за сотни людей, которые слышат Твой голос сейчас. Они не безразличны к этим сирийским беженцам. И они жертвуют эти новые заветы, Господь. И мы благодарим Тебя, что мы не смотрим на эти технические девайсы, но мы смотрим на каждого из них, Господь, спасенного мусульманина и пришедшего к Иисусу Христу. Иисуса Христа, Господи, мы благодарим Господь, Тебя. Друзья, пишите на адрес электронной почты, которую вы видите на вашем телеэкране. Также звоните по телефону. Мы всегда рады слышать от вас. И мы молимся о каждом, кто принимает участие в этом служении. Будьте благословенны. Аминь.